Во-во-во, я вовремя процесса. Так, это у нас ЮМЗ, да? Был вроде. Что-то да? Похоже. Ага. Вот он, вот она, вот. Я прям чувствовал, сейчас заведется. Так. Да? Ну это ненадолго. Этот. Вот он. Уже процесс. Сколько он стоял? Уже лет 10 стоит. 10. Это тут уже солярка-то вся прокисла. Вот он, ЮМЗ какой. Ну, в общем, какой-то. ЮМЗ-6Л. Ага, установка 88-й год. Ну, как-то я слышал. Колхозный трактор лет 10 уже стоит. Пытаемся реанимировать. Серега хочет на нем таскать сено. Да? А навоз еще грузи. Не, я просто про навоз не знал. Так. Вот, короче, ситуация такая была. Кто-то забыл воду слить. Ага, и выдавило. Вот ну, здесь есть такие, только еще внутри есть такие. Их выдавило. Вот он. Выдавило. А, и карбюратор же новый стоит, да? А, ну с этих. Ну почти все новое. И свечка только электронного зажигания. Там в рюкзаке есть это СССРовский. Пока попытки не увенчались успехом завести. А прокладку-то что, он старую поставил? Нет, ну... Подголовку. Подголовку он не знаю, снимал. В общем, пригнали. Стартер тот хреновый, вот. Новый пригнали. Сейчас будем его реанимировать. Посмотрим, что получится. Оживление чермета, блядь. Сложновато ему будет вырвать. Первый попытка.
блядь! Как у нас?